Всем привет! Сегодня у нас будет битва гильдий. Интересная битва гильдий. Сегодня мы постараемся сделать топ сервера по очкам. То есть набить наибольшее количество очей на БГ. Свыше 5000. Также мы сегодня своим звероней будем проходить топов. Так, кто там у нас сегодня против нас? Славяне, Фурия, Зверские и другие. Как видите, дикий рандом. Единственные соперники, кто у нас может быть по очкам обойти, это Зверские. Так, другие. Дантист. Зверские. О, Зверский. Звероня сейчас будет трэшевать. Второй Зверский, который тоже слился. Ну и Славяне и Фурия тут. А, не, в Фурии есть еще один топ. Оника с дырочкой. Ну, сначала трешуем на зверях. Будем сегодня раздавать зоопарк. Так, 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 так. Сейчас вам постараюсь вывести картинку. Вот она, по-моему. Как у нас бегают топы. Да, 4К, конечно, не особо влазит. Но так, думаю, вам будет видно. Топ игроки. Ну ладно, до этого потом дойдем. Побежали одеваться. Сегодня по фасту надо все сделать. Так, вместо Афинки берем звероню своего. Вот такой вот Ронин. Стандарт. Так, на Анубиса цепляем. Точнее, меняем Анубис тоже. Ставим Анубиса с ожогом. Так, вцепим ему психощит. Артефакт. Цеплин. Тут поставим дерево. Вот так вот будем сегодня трешевать. И у него поставим ремочку. Ну что, поехали. Начнем со зверей. Так, ну тут в принципе нормально. Кидаем отсюда Ронина. О, нормально, хорошо зацепились. Ай-яй-яй, словили тотем. Ну, в принципе, это не страшно. Да. Расстановка, конечно, мега топовая.
Звероня, короче, тащит. Ну, пока у нас ушло 100 юнитов на это все дело. Ух ты, ничего себе. Чуть не слили его. Бедолау. Давай уже добивайте здание. Восемьдесят восемь процентов. 93. 97. Чуть-чуть не хватило нам. Чуть-чуть не туда. Давай уже добивай. 57. Ну, давай так, чтоб соло. Бам. Еще разок надо. Давай еще разок туда же. Ух ты, Афинка зарядила. Ну, добьешь или нет? Не хочет. Пришлось использовать Бигфута. 198 юнитов мы потратили на убийство. Ни о чем. Вот так вот Звероня трешует наш. Так, восстанавливаем юнита, ведем на следующего Слеона. Не понимаю, зачем гнать силу, если нету вообще никакого дефа. Печалька. Так, все есть, побежали. Дальше растаскивать зоопарк. Че, аналогичная ситуация. Стрелок. Ну, давайте зайдем со стороны стрелка. Почему удобно заходить со стороны стрелка? Потому что его вертолетики будут нам очень хорошо помогать. Они наносят мало урона. Соответственно, активируют наш ожог. Ой, чуть-чуть далековато я его запустил. Ну, в принципе, это не страшно. Самое главное, чтобы Бигфут нас не подморозил. Мы его не особо заряжали. Девяносто один процент. Давай, Звероня, тащи соло.
Ай-яй-яй-яй-яй, давай, живи, живи, живи. Ну давай уже добивайте здание. Не хочет, не хочет Звероня наш. Придется большого ануса пускать, как обычно. Помощь. Ладно, пускаем ануса. Пусть добьет. Вот так вот, ребята. Так, 351. 320. Ну и третьего. Роняем третьего зверинобо. Так, у нас 69 юнитов. Надо юнитов немножко подгонять. Маловато. Нравятся мне эти визуальные баги. Перезайдем и побежим дальше. Да, печально, в общем. Надеюсь, скоро битву гильдии изменят. Единственная локация, где было когда-то интересно, но уже не очень. Так, 266. Можно, в принципе, снизу. Что тут у нас? Нормальный у нас составчик. Пробуем снизу. Там Рин, в принципе, нам не особо страшен. Странно видеть заклинательницу в топе на дефе. Ну ладно, пусть будет. Может, они что-то знают, чего не знаем мы. Так, тут ушатали нашего. Ну, в принципе, тут можно забегать, чем подальше кидаем нашего нубика. Та-та-та. Ой, как хорошо его станет. Вообще прелесть. Интересно, сможет ли он большой анус добить? Думаю, сможет. Без проблем. Все, зверей. Зверей затащили. Просто на изи. Ну что, побежали дальше. Делать топ сервера. Так, другие. Так, что тут у нас? Фрейя, Фрейя я не наблюдаю. Или есть Фрейя? Да, Фрейя у нас есть. Есть у нас Афина. Ну, давайте попробуем. Даже так? Хорошо, не вопрос. Идем сюда. Ладно, идем отсюда. Да, сливает, быстро его сливает. Вот что-то интересное даже. Все равно затащим. Видите, что Афина делает, сволочь. Тут Афина, а тут Фрейя. Можно, в принципе, Атлантика взять. Ради интереса. Так,
Но мы таким составом сейчас будем трешивать. Не дают даже 50% набить, сволочи. Но я бы все равно не ставил Фрею. Потому что можно натянуть вертолетиков. И Атлантиком все это добро посливать. Так, давай, тащи. Все равно дохнет, ну. Ладно, сейчас набьем свыше 50%. Давайте отсюда зайдем. Тут, кстати, тоже не особо надо сильно отвлекать этих вертолетиков. Потому что они нам помогают активировать скилл. Так, есть. Выпускаем тут Бигфута. Он нам тут поможет развалить. Ну, теперь пускаем жесткий анус. Большой наш анус, который просто добьет все остальное. Ух ты! Даже так. Ну вы жесткие прям, ребята. Та-та-та-та. Даже без дерева. Так, есть. Ну что, у нас остался один. В общем, видите, можно даже без дерева смело бегать и не париться. Та-та-та-та-та-та. 4-0-23. Ну, идем в фурию. Делать топ. Так, что у нас тут? Хранитель. Ну, та же самая расстановка. Не знаю, почему многие ее очень боятся. Как по мне, наоборот, расстановка очень легкая для прохождения, потому что выманить... Вот смотрите, как хорошо Ронин пошел. Где-то я его потерял аж. Так, хорошо. Отсюда запускаем Бигфута. Пусть там немножко подолбит. Смотрите, его еще и не могут слить полностью. Пускаем тут стрелка, пусть немножко подолбит это все. Так, есть. Так, большой анус. Большой анус, давай где-то вот так вот тебя мы кинем. Сможет ли анус справиться сам, сейчас посмотрим. 97%, 100. Все, ребята, вот так вот. 5000, 8 очей, новый топ. Ставьте лайки, пишите комменты. Мы первые набрали 5000 на нашем сервере. Звери, ну бы даже близко не набрали. 4928. Слабовато, слабовато. Пишите комменты, какими героями вам проходить, какие тактики хотите видеть. Кто там кричал, там топ-1, топ-1, как видите, все проходятся. 1-2 героя. Ничего сложного нет. Надеемся, скоро у нас все поменяют. Все, подписывайтесь на канал. Всем пока.